що ж, ще раз доброго ранку, приєднуйтесь, жіночки, тому що будемо говорити на жіночу тему. Навіть мій співведучий Ваня мене залишив, тому що дуже цікава тема. До нас звітала Юлія Жданюк, професійний інструктор з пілатесу. Юлінька, доброго ранку. Доброго ранку. Отож, дійсно, жіноча, а може й не зовсім жіноча тема, да? Чи це так, ми з'ясуємо протягом нашої розмови. І логічне в мене запитання до вас, що таке пілатес? Пилатес – это удивительная система, которая создана, кстати, мужчиной. В первую очередь пилатес для мужчин. Вот такое, я помылилась, значит. Да. Сейчас просто женщины более прогрессивны, используют все методы. Вот поэтому мы приглашаем мужчин и женщин в нашу студию. В чем суть пилатеса? Вот кто еще не знает, варто идти, чи не варто ним заниматься? Это очень всеобъемлющая система, которая вовлекает и тело, и ум для равномерного развития. Вы чувствуете себя лучше, ваши суставы более гибкие, и ваш позвоночник более гибкий и здоровый. Вы можете заниматься своими ежедневными делами с большим качеством ваших... ваших действий. Я навіть скажу по секрету, що Юля навіть мені запросила і знає, що зі мною вже робити. Да. Скажіть, дуже кажуть, що часто, що пілатес схожий з йогою. В чому у них різниця і в чому перевага пілатесу? Ну, совершенно верно. Очень многое действительно похоже с йогой. Более того, сам основатель брал некоторые упражнения с йоги и просто их адаптировал. Но смысл, который вкладывается в пилатес, совершенно отличается от йоги. То есть, опять же, более внимание к нашему телу, более приятное существование с вашим телом, оставаясь молодым и здоровым как можно дольше. Хотелось бы трішечки поринути в сам процесс занять. Як він відбувається? І скільки годин він триває? І як часто ним потрібно займатися? Джозефс рекомендовал свои занятия. Он называл их, кстати, контрологией, потому что предполагал, что очень внимания много требуют его тренировки. И он, значит, предполагал, что это занятие должно происходить 4 раза в неделю. Примерно час тренировки. Очень разносторонне, разнообразные. Есть тренировки на мате, вам ничего не нужно, вы можете заниматься дома. И есть на большом оборудовании, которое придумал Джозеф для улучшения качества движения. Это очень интересно. Об этом я могу говорить очень долго. Я думаю, что мы с вами еще встретимся и пообщаемся. Может, я до вас завітаю особистий досвід и ще сниму, все может быть, так? Скажите мне, все ж таки, який ефект від пілатесу? Щодо позвонку, ми вже зрозуміли. Суставы, що ще? Дополнительный бонус ко всему этому – красивое длинное тело, вытянутые мышцы. Это подтянутые мышцы рук, подтянутые мышцы ног, это плоский живот. Вы не выкладываетесь так, как на фитнесе. Это не скучные повторения по 25 раз изнуряющие. Это не пот и ужас и выползание из зала «я жив или нет». Это очень комфортные тренировки, которые дают, кроме приятного ощущения в теле, это еще и заряд бодрости. Вы после тренировки чувствуете себя гораздо гораздо лучше, чем до. Приходите, проверьте. Тому, напевно, в цьому і є різниця від фітнесу, тому що від фітнесу завдяки виходять всі отакі. Совершенно вірно. Так. Скажіть мені, а хто може займатися фітнесом? Чоловіки, жінки, вік, там, які навантажені? Пілатес не має обмежень ні по возрасту, ні по полу. Звісно ж, кілька різняться програми, там, дітські, взрослі, для мужчин, для жінок. Є дуже такі ніжні програми, які розчитані на пожилих людей. Есть программы очень атлетичные, которые даже мужчины, которые занимаются тяжелыми видами спорта, удивляются и открывают для себя, говорят, боже, это пилатес, мы думали, это сладкие потягушки. Оказывается, это очень серьезный труд, поэтому нет ограничений абсолютно. Дуже мені сподобалась ваша фраза щодо сладких потягушек, ну, дійсно, на перший погляд, може, так здається. Тобто, ми зрозуміли, мене просили мої знайомі запитати, чи можна схуднути від пілатесу, тому що найболіше питання, яке хвилює, напевно, всіх жінок, ног схуднення. От при фитнесі можна, а при пілатесі так чи ні? Совершенно верно. Можна похудіти і при помощі пілатеса, но это не такой быстрый эффект, как при занятии фитнесом, потому что пілатес исключает аэробную нагрузку. Вы не прыгаете, вы не бегаете. Эта нагрузка очень много изотонического напряжения, очень много вытяжения. Поэтому вы худеете, но несколько в более длительном временном пространстве. Но есть от этого и большой плюс. Вы точно так же не возвращаетесь обратно к своей форме, в которой вы находились, если вдруг по какой-то причине вы прекращаете заниматься.
займатися. Як щодо пілатеса в нашому місті? От наскільки він розвинутий, хотілося б дізнатися? Ну, от дуже стараємося. На сьогоднішній момент моя студія поки єдина професіональна студія пілатеса в Ніколаєві. Я стараюсь проводити обучення тренеров, приглашаю не тільки ніколаївських, к нам приїжджають Херсон, Одеса. Поэтому мы стараемся привить какое-то понимание этого метода. Он очень здорово ложится на сегодняшний наш ритм. Ведь мы очень спешим, мы очень нервничаем, мы очень огромное количество информации вынуждены постоянно перерабатывать в голове. Поэтому нам нужно учиться это все не задерживать в теле, не создавать себе каких-то комплексов, проблем, каких-то зажимов мышечных. Пилатес с этим очень здорово справляется. Очень хочется, чтобы это был именно такой пилатес, а не просто название какой-то медленной техники, которая почему-то называется во многих клубах пилатес. Угу. Отож, тобто, ви кажете, що можна дома займатися, а краще з інструктором. Як розпізнати, що це хороший інструктор? Що я не просто розтягуюсь? Ну, сьогодні, на сьогоднішній момент, це дуже просто. У нас дуже розвиті технології. Ви відкриваєте інтернет і узнаєте об інструкторі все. Де учився, коли учився. Це було часовое посещение какого-то класса, или это какие-то там курсы, или это серьезное обучение на несколько лет. То есть как бы это все сейчас можно проверить. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте у инструктора тоже. Я зрозуміла. Хотілося б ваші побажання тим, хто вагається, і ще варто розпочинати займатися пілатесом чи ні? Ну, я могу сказать только то, что мои сегодняшние преподаватели пилатеса, вернее, сегодняшние старейшины пилатеса, например, Лолита Сан-Мигель, 82 года в этом году. Она прекрасно выглядит, прекрасно двигается. Она не встает, скрипя утром с постели и разрабатывает ноги. Она задачна тем, какой костюм ей одеть и как накрасить глаза, какой браслет подходит под ее одежду. Я вам желаю жить молодыми и здоровыми в вашем теле, независимо от того, сколько вам лет. Наше тело создано с очень большим запасом прочності. Просто ми к нему не вміємо правильно відноситися. Пілатес тому учить, присоединяйтесь. Дякую вам, обов'язково приєднаємося. Юлія Жданюк, професійний інструктор з пілатесу в нашому місті, була в гостях. Ви гарна, залишайтесь такою гарною і гарного, безумовно, вам дня.